Друзья, в мою гильдию диктатуру срочно требуются взрослые, активные и адекватные игроки. Могу принять даже от 160 тысяч силы, но с одним условием. На битве гильдий нужно набивать минимум 2500. Если набираете меньше, к нам лучше не вступайте. Все равно со временем кикнем. Босс в 17.00 и в 21.00, чтобы время было удобное для всех, кто живет на востоке России, кто живет на западе. Всех ждем, друзья. Итак, приветствую вас, друзья, меня зовут Саша, вы на канале Князь ТВ, сегодня у нас битва замков, и данное видео записывается в первую очередь для того, чтобы рассказать вам, поведать вам о том, что наконец-таки на моем основном аккаунте появится варлок, прокачанный на 8.8, бог войны, 10.10, ну, короче, прокачан на максимальный урон. Вот так вот решил я с вами похвалиться, похвастаться, но для того, чтобы мне прокачать бога войны на 8.8, мне нужно еще 50 сраных кулачков. 50 кулачков мне не хватает, а вообще, в общем, чтобы на 8.8 качнуть, нужно 12 тысяч кулачков, это дико дохера. Также сегодня немножко потестим данного варлока моего в экспедиции, буквально пару каток откатаем, посмотрим, что он там будет вытворять, но, в принципе, ничего такого информативного не будет. Тем, кому интересно посмотреть на максимально прокачанного варлока, я уже ранее его тестил, брал у подписчика, был видос, так что, если что, хотите, можете глянуть. И сегодня просто так немножко пофанимся. Короче, прикол в чем? Прикол заключается в том, что мне нужно купить вот таких вот штук, камней оранжевых, желтых, 10 штук. Стоит 1200, нужно 12 тысяч. У меня буквально не хватает 45 кулачков. Что мы сейчас сделаем? Мы пойдем в забытую битву и попытаемся нафармить их. Даже если я солью все 5 боев, прошлые катки забытой битвы я дико неудачно откатал в понедельник. Вот. Но в любом случае 50 кулачков я заработаю. Ладно, пошли на первого противника. Ну, как мы тут видим, они все тут грустные, печальные. Вот, подобрались мне слабенькие игроки. Опять же, из-за того, что я заработал только 200 очков в забытой битве в начале недели. Сейчас я думаю, что я затяну. В принципе, даже не будем видос затягивать, полностью забытую битву откатывать. Остальные попытки я откатаю непосредственно уже перед началом следующего дня, так как это будет более выгоднее для меня. Так, 39 кулачков мы заработали. Давайте еще на одного нападем. Здесь у нас рыцарь тьмы стоит в первой пачке. Смерть со второй эволюции. Ну, тут мы быстренько справимся, ребятки, потому что у меня здесь Гаргул и Дракула прокачанные на максимум. Чего бы и нет. Так, ну давай, что-то мы долго с ними мучаемся. Смерть-то добейте. Вот, нормально. Нормальненько у нас тут все получается. Так. Давай, вторая каточка, здесь у нас уже череп, ну, давай, надеюсь, что справимся. Да, все, тыква зарешала, одержимый тоже. Так, ну что, у нас теперь есть по-любому 12 тысяч кулачков. Так, купить предметы, идем сюда, 12 тысяч 33 кулака. Давай, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. Спросите, для чего мне нужен такой варлок? Отвечу, для битвы гильдии. Даже при боге войне 7.8 он там дико решает. В принципе, из дальников я только использую ареса и варлока, когда на кого-то нападаю. Ну и, конечно, помогает им в этом деле Купидон, который, в свою очередь, сейчас прокачивается на 10.10. Скоро, я надеюсь, прокачается. Ладненько, погнали. Вот наш варлок. Единственное, что у него, ну, прокачка-то максимальная, но, к сожалению, уровень просвещения только 96-й. Ну, докачаю до 100-го уровня просвещения, но, в принципе, и сейчас он уже будет себя просто замечательно показывать. И несколько уровней просвета большой роли никаким образом не сыграют. Так, и, конечно, видите, бастион 4-й сет стоит. Так. Вот у нас бог войны, повышает атаку на 65%. Сделаем 8.8, будет уже 90. Нормально, это сразу у нас прибавочка в 25%. Так, улучшить, да, улучшаем, господа. Опа, все,
Теперь у нас Варлок просто четкий, красавчик, красавелла. Что мы теперь делаем? Давайте пойдем тогда в экспедицию, глянем. Хотя тут по-любому сейчас поначалу противники будут слабые попадаться, но ничего страшного. Так, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Подожди, ну ладно. Давай, первую десятку мы взяли. Что у нас тут получается? Ого, посмотрите, Дракококас у нас тут. Ну, давай тогда здесь вот Варлока, здесь вот Купидона. Сюда можно Ареса. Так. Ой, ну, попытаемся увидеть какой-то урон. Возьмем еще. О, в принципе, тут, смотрите, Варлок как всех наказывает. Давай еще раз стрельни, хотя у него там здания закончились, к сожалению. Надо... А, ну, что? Давай, череп, фу ты, Арес добивай всех. Так, ну, тут у нас нормально. Ну, просто слабый противник. Не знаю, на какой экспедиции попадутся ребята со второй эволюции. Будем ждать. Но на следующей битве гильдии я буду такой, ну, просто... Просто красавчик. Буду кайфовать, ребятки. Буду кайфовать. Далее, что у нас здесь? Тоже такая слабенький противник. Ну, ничего страшного. Давай сюда Варлока, сюда Ареса, сюда Купидона. Сейчас он будет просто ваншотить. Но опять же, мне интересно смотреть. Ну, потому что нужны все-таки противники с какой-то второй эволюцией. Давай уже. Так, Леди Лео. У нас тут Медуза осталась и... Все, ну тут они за счет ожива выжили. Ладно, не будем дальше затягивать. Давай тут всех выпускаем. Погнали. Так, Гарпия всех добила. Нормально, давайте решайте, пацаны. Решайте по-быстрому. Так, все нормально. По красоте. Так, идем дальше. Что у нас тут? Тут у нас уже череп. Тут как бы у всех первая эволюция. Ладно, сюда Ареса. Так, Ареса, я сказал, Купидона. Вот, давай, погнали. Сюда можно черепа выпустить. Пускай на него лучше агрится, чем на Варлока. Так, Арес, кидай молчанку уже на Гаргула. Ёлки-палки. Ну, давай, ты что, с Гаргулом не справишься? Ну, все нормально вроде. Остался один череп под щитом, и череп убьет Ареса, наверное. Да, и у Ареса не было оживы. Ну, ничего страшного, как бы. Вот и Варлок убил. Короче, всех убил. Ну, давайте посмотрим тогда на моего черепа. Как он справится с вражеским черепом? Все очень легко прошло. Ну, единственное, что пока я тут что-то задумался, череп всех моих героев порубал. Ладно, дальше я уже экспедицию буду проходить без вас, потому что, как бы, Варлока моего добили, сволочи. Ну, давайте пойдем в рейде, на кого-то нападем. В рейде, конечно, это все у нас по-другому будет. Другой урон будет прилетать в экспедиции. Все намного интереснее можно посмотреть. Ладно, что у нас тут за состав-то? Так, ну ладно, подожди, давай тогда по красоте возьмем Трианта вместо Дракулы. Так, вот у нас Триантик. Где-то здесь был. Так, подожди, где у нас Триант? А вот, вот Триант, давай пошли тогда. Так, тут у нас еще мобы. Ну окей, здесь вроде ребята со второй эволюцией. Нареса, Купидона. Так. Давай. Ну, просто тут в рейде он, конечно, ваншотит. Ваншотит, жестко ваншотит. Так, давай, что же, добивай Гаргулу со второй эволюции. Так. Ну, все, короче, никого нету. Неинтересно. Идем дальше. Так. Тут у нас слабые ребята, неинтересно. Давай. Вот, тут у нас вторая эволюция. Так, давай сюда Варлока. Куда-нибудь сюда Ареса. Купидона сюда. Неправильно я высадился, ну и плевать. Так, давай, ребятки, погнали. Мочите всех. Рубите. Вот, тут уже пошел Дрейк, как говорится, на моего Ареса. Ареса, наверное, добьют. Ну, ничего страшного. Да, Ареса вырубили. У нас тут Дед Мороз остался. Ой, какой трэш у нас тут творится, ёлки-палки. Ну что ты, давай череп уже, не добьешь. Купидон у нас тут еще остался. Эх, печаль, тоска. Ну давайте добивайте черепа. Ну, слушай, черепа нормально так в стан ввели. Неужели эти два сраных героя, короче? Ладно, хорошо, ждем, пока добьют черепа. Все, черепа добили, давайте здесь Трианта выпустим.
И придет возмездие. Придет возмездие. Так. Все, пришла молчанка. Давай, варлок. Добивай уже. Все, короче, всех добили. Все нормально. Так. Окей. Окей, давай идем дальше. Здесь неинтересно. Ладно, не будем ждать полного щита. Так. Этих героев мы восстановим. Еще один рейд сходим. И, в принципе, все. Так. 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 Вот. Нормально. Нормально. Оп. Окей, погнали. Не хотел затягивать видео, но, ребятки, так уж получилось. Ну, здесь тоже все очень легко и даже неинтересно. Так, купидоны сюда. Давай, варлок. Все, ваншот, ваншот, ваншот. Ну, кроме, конечно, гаргула. Подожди. Надо про черепа не забывать. Ты опять задумался о чем-то. Непонятно о чем. Так, ну, в принципе, справились. Все очень легко. Ладно, ребятки. Все, можете меня поздравить с новым варлоком. Ну, не с новым, а со старым прокачанным на максимум. Огромнейшее вам спасибо за то, что смотрели. Не забудьте поставить лайк, в особенности, если вы тоже хотите варлока с богом войны. Мне уже кто-то трезвонит в дверь. Всем пока и удачи.